Павлова. Здравствуй, Павел Иванович. Ну, что у тебя? Ночью опять был толчок. Так, обратный рейс через час. Но чем скорее улетите, тем лучше. Наши строители в основном остаются здесь, на восстановительных работах. Жены, дети раненые, летят с вами. Хочу, чтобы ты летел вместе с нами. Ну, успокойся, успокойся. Я прилечу. Я прилечу. Вот восстановим завод, я прилечу. Успокойся. Ну, успокойся, а то я тоже буду волноваться. Красавица ты наша. Если бы знали, как мы вас ждали. Если бы знали, что здесь было, что здесь творилось. Что мы пережили. Какой ужас. Как мы все измучились. О, Дедико, скоро мы полетим. Как только питание возьмем, сразу полетим. Да,